Ну все, да. Опа. Налево?
Так, ну вот очередной город, Воложен, проезжаем. Здесь давно уже не был, изменился вообще разительно. Вот такие вот новшества здесь. Так, сейчас я посмотрю там далее, что там изменилось, этого раньше не было. Так, вот карта вот такая. Опа, и я сейчас иду вот сюда. Хопа, хопа. Вот сейчас. Прямо, да, идем? Или куда? Так изменился этот Воложен? Я как-то был там давно уже, правда. Года 4 или 5. Как-то... Я был 15 назад. Как-то изменилось все. Чистенько все. Ну, конечно. В принципе, у нас 5 раз чистенько. Ну, не совсем. Я бы не сказал, что прямо все чистенькие. Вот я тебе говорю, я в Минске был, бля, там... Помойкой, вот я Сазановище, зима была такая, ну вот уже. Не, ну места-то есть такие. Блё, там реально все. Ну, возле рынка, согласен. Я там не убирал же. Ну, давай. Ну да, так неплохо так сделали. Такой скверик. А здесь, наверное, ступеньки. А, вот такие здесь. Их будут. Да, ну. Я с ушами спаниеля, блядь, точно. Вот. Еду, ну, самолюбо там уже. Я эту деревушку по дороге. Заехал там, магазин. Вроде есть, ну там, какие-то объявления. Шла к подруге там, ну, что какая-то хуя написана, или там. Ну, что там, блядь, что-то такое. Вторая деревушка там какой-то заброшена. Нет. Я тут смотрю, журавль колодится. Огромный такой кусок. Вначале подумал, что это просто повторяться. А потом я смотрю, как источник на самом деле. Дверь какая-то. Ну добрал воды для вот. Вода вкусная такая. Значит. Да, пробовал. Клинички разные, есть вкусная водичка, есть такая. Ну там такая. Ну я набрал. Подъезжаем это Кашевич, да. То есть я подъезжаю, стоит, меня ждет. Куплю, поехали быстрее, в магазин, воды купить. Я говорю, у меня есть вода, Он говорит, сука, ты что сделал, блядь? В 5 метрах от дороги стоит журавль, блядь. Я не видел. Дай попить. Пиздец, блядь.
налево? Да. Сюда, туда.
здесь же, тут на Украине, и как бы нормально, спокойно хотели быть. И погранцы ни белорусы, ни украинцы, ни документы не смотрели, ну, просто знали, что люди ходят. А сейчас все. Ходить надо. Ну и как получается, говорит, да маразм такой. С Украины кто-то идет в Беларусь. Вот. Сахуину пускают. Белорусы пускают без проблем. А обратно Сахуину не пускают, потому что их меньше ходят. Потому что, блядь, просто ходил там, блядь, банально, говорит, ведро картошки, говорит, отнес бабушке. Дубровный Сорши 18 километров. Я говорю, как это Сорши до Дубровного 18 километров, то же самое. Это за час приезжаю.